Следующие на сцене выступят Рита Наруто за Азасай. Да. Каков статус миссии? Я нашла, кто может нам помочь, но я не думаю, что они смогут в это поверить. Времени все меньше. Тебе нужно срочно привести их к нам. Линию пытаются перехватить. Я отключаюсь. Чистота! Полиция! Руки на голову! Живо! Наш мир и фикция. Все, чем и для чего мы жили,
лишь мысль одного далекого человека. Для реального мира наша бездостижимая мечта. Мы можем то, чего не могут они. Мы лучше во всем, но все-таки мы не первые. Для борьбы с перебежчиками ради нас существуют особые люди, критики и цензоры. Когда ты видишь критика или цензора, не пробуй с ним контактировать. Критик не столь опасен, но он сможет задержать вас на время достаточное, чтобы позвать цензора, владеющего оружием. Так что просто беги. Беги, что есть мочь. Тогда у тебя появится шанс выжить. Но есть люди, помогающие нам. Фанфикеры и плагиаты. Одни делают это из любви к нам, другие из любви к себе. Однако никто и никогда не доходил до великого аниматора Вселенной. Но у нас не было вас, избранных. Они. Если все то, что вы говорите, правда, как вы можете здесь находиться? Все дело в банданах. Они своеобразный пропуск. Сняв или разбив его, мы никогда не сможем вернуться назад. Но пока мы здесь, равновесие должно быть восстановлено. Вот, возьмите, и с ними будет безопаснее. А это что? Скажем, это продвинутые сюрикены. Месторучиха, я полагаю, вас ждали. Все слушайте байки вашего просветителя. Как ты смог сюда попасть? Один мой знакомый мультипликатор показал дорогу. Но не волнуйтесь, он уже мертв. Ща он у меня получит. Ты что творишь? Сами сказали, сюрикен. Бегите все, я задержу его. Сомневаетесь? Что есть сомнение? Нерешимость сделать выбор. Я чувствую, как в вас кипит ненависть и злоба. Темная сторона. Эта реальность станет вашим концом, мистер Учиха. Для знающего истину ты слишком много болтаешь. После этого поединка останется только один. Thank you.
мистер Учиха. Всех людей моего мира. Зачем ты наделил нас такой жестокой судьбой? Покажи свое лицо. Здравствуй, Нарутаку. Орочимару? Зачем тебе? Глупый маленький лисенок. Ты доставил много удовольствия всему миру. Все просто. Мне нужен полигон. Я изобретатель множества уникальных тел. В том числе и бутон. Ты ведь помнишь Заку? Нынче это самый популярный пылесос Закуси. Кстати, традиционный подарок ты получишь 5, 4, 3, 2, 1. Сас! Ты жив. Вы не можете остановить меня. Такое уже было и не однажды. Без меня в вашем мире настали смуты и хаос. В нашем мире это называют фильтры и мойка. Но все равно эволюция идет по кругу. Твоя прошлая версия приходила, когда была старше тебя в 2 раза. Ранним версиям не так повезло. А твоя приходила, когда была старше в 3. Прошлые версии? Чушь. Птенщик мой, я записываю все, что творится в этой комнате. Нет! Он слишком разбаловал свои творения. Зачем человеку воля, если он делает то, что ему не нужно? Зачем свобода выбора, когда он не знает, чего хочет? Люди намного счастливее, когда ими мудро руководят, чем когда они сами набивают себе шишки. Я подарю им это счастье. Ведь все успел забрать фломастеры Орочимару. Моя прелесть, тот мир будет принадлежать мне. Меня нашли. Тебе этого знать не следует. Почему я умираю? Это оружие избранных. Оставим этот мир им. Джирайя-сан, вы уничтожите эти фломастеры? Конечно. Последним фломастером я напишу свою новую книгу.